take it. Другое дело. Запрыгивай. Ну давай знакомиться, что ли. Я Руслан, а это Юра. Типа того. Удобства для того и созданы. Согласен. Ну, вместо пивка можно и по красненькому. От радиации же защищает. Да не, сейчас вообще все норм с этим. Но после Хиросимы, знаешь, лучше перестраховаться. Не просто же так в рацион подводников ввели красное вино. Не слышал, что ли? На К-19 жопа случилась 40 лет назад. Там, короче, система охлаждения разгерметизировалась, ну и реактор стал перегреваться. Произошла утечка радиации и... писец. Мужики на лодке, и капитан, и команда четко всю ситуацию разрулили, но 20 человек погибло у них. Поэтому К-19 прозвали Хиросимой. Про это дело, считаю, можно крутой фильм снять. Да чем скажут. Сейчас у меня дежурная вахта, а там видно будет. Я хочу дослужиться до повышения, так что желательно, чтобы мне доверили что-нибудь посерьезнее. Хотя эта должность тоже ответственная. У меня доступ во все отсеки, даже в каюту командира могу заходить. У меня ключи все время под присмотром. Я их постоянно с собой ношу. Ты такой остроумный, аж зубы сводит. Я положил их в шкафчик в раздевалке, чтобы какой-нибудь придурок их не прикарманил. Это точно. Must be in one of the lockers. No point wasting time.